еще. Электричка подъезжает. Забыл крепление, это самое печальное. Сейчас я буду снимать вот так, как я захожу. Осторожно, постараюсь. Всех приветствую, наконец-то доехали, мы высадились, получается, там на станции пораньше высадились, сейчас мы в хоре. Вот так вот сегодня будет видео, можно сказать влог, чисто катаемся на великах, путешествуем, не просто на мотоцикле же будем, не всегда, поэтому сегодня на великах будем, поплаваем, может, на сапе там, если будет у нас возможность. Пока что вот мы. Вот так вот красиво, мост. Как-то так. Нам сейчас предстоит, получается, по трассе поехать. Километров 5 сейчас до нашей базы. Ну и все, там уже, не знаю, разберемся, что будет. Леха вообще забыл портфель на вокзале. Я-то все взял, в принципе. Сейчас крепление на камеру, ой, на голову сейчас посмотрим, чтобы все настроить, чтобы хорошо снимало. Вот так вот все выглядит. Так что, погнали. Так, что, поднимаемся? Не знаю, видно вам нормально или нет. Она чуть, правда, как-то вниз уходит, камера. Я постараюсь, чтобы она ровно была. Чтобы было все видно. Сейчас задача подняться наверх, по трассе проехать. Что тут скользковато так. Самое фиговое, это что... Да, это тоже фигово. Капец, как скользко. Короче, самое фиговое, то что мошка прям жрет и жрет конкретно. Было бы классно на мотоцикле в следующий раз. Но пока что-то я не знаю. Но я так и так, скоро будет видео, поэтому на мотоцикле поеду опять туда. Но это будет еще не скоро. Хочу сразу извиниться, то что я поспешил, крепление нормально не настроил, поэтому было видно лицо. Ну и глаз, как бы, вот это все неудобно. Сорян, в следующий раз, конечно, буду повнимательней. Просто не знал реально первый раз вот такую крепление на голову. Я обычно на шлему же ее. Поэтому, извините сразу, поцаки, смотрите так видео. Я думаю, ничего страшного не будет. Давайте, поехали дальше. Если нас вдруг не станет, что будет с нами? Если вдруг любить устанем, мы не оставим никаких следов любви, что будет с нами? Короче, уже по болоту красненько горит, да? Ты еще не смотрел? Короче, мы уже не знаем, куда поехали, куда-то не в ту сторону. А, ну вот, Винни ведет, получается, на хаку. И мы уже по болоту начинаем. Да. О, так. Не спеша. Короче, как у креста, но сухими мы не останемся. Ну да. Интересно тут так прикольно. На мотоцикле прокатиться. Ну вообще все возможно. Только лайки, пацаны. Все зависит от вас. Только от вас. От девчонок, от мальчишек. Просто поддержка. Хорошая. Нифига мы тут гоняем. Нифига себе, Леха, ты вообще затащил меня. Куда ты меня затащил? Клещи тут еще, не дай бог.
Слушай, ну прикольно, что могу сказать. О, у меня уже подножка еще начинает. Ну-ка, давай я сейчас попробую заехать, отойди. Это очень интересно будет. Давай. На первой передаче. О, кусают, кусают, кусают. Зараза, а? Еще чешки. И что, ты по лицам предлагаешь, что ли? Ёпка. Поезда. Есть, 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 повезло нам. Нам переходить надо? Не надо переходить. Давай ему пихнем. С тобой и со мной мы часто ссоримся. Нам не понять порой друг друга, как нам оставить этот путь. Пальцы завели меня. Блин, кусают. Прям капец, блин. Чувствую, надо будет майку снимать. Загорать. Вообще неудобно. Не, ну такого видео не было. Честно, на велике это, конечно, тоже прикольно, но кто-то скажет, что вы, у тебя есть мотоцикл, что ты на велике катаешься. Ну, пацаны, даже если у меня будет машина, я не такой, как некоторые. Типа, все, для меня это унижение. Я не буду на велике ездить. Типа, это вообще смешно смотрится. Я могу на машине, на велике, на мотике, на всем. Я на всем двигаюсь, вот чем прикол. Я вот не такой. Поэтому мне вообще по барабану, что там думают. Забейте просто. Тут весело, короче. Кусают до жопы. Фига тут. Я весь покусанный приеду в этой майке. Тормозить вообще нельзя. Главное, чтобы собак не было. Так, это где мы? Что-то какие-то деревни, чачи. Пипец. Не, не могу я что-то сдать. Неудобно, я так могу. Что-то все трясется и камера не затянута. Там мы дадим денег. Сейчас мы где-нибудь дадим точно. А ты говоришь 2 километра еще. Все, мы уже. Дорога реально короткая, слушай. Прикольная дорога была. Необычная. Вот озеро. Здесь я купался, катался, вы помните прошлый год. Ну вот в этом году то же самое. Я хочу дальше поехать. Оставайся на воду, ладно? Подножку закрутить надо. Лёх, здесь вот, вот так вот ехал. И мужик с палкой где-то возле меня кинул, я чуть не умер, реально, чуть меня не ушиб. Тут просто катаются каждый день народ на питбайках, он постоянно налетает. Вот этот здесь ненормально вообще идет. Он меня палкой, в тот раз палкой вот так кинул на мотоцикл. Там потому что народ катается, без полка делает ведь на своих мотоциклах. Только мне что-то неудобно. Это тормоза еле-еле, короче, еле работают. Опять. Еле. Поэтому не канает. Скользко еще в этих кизиках. Рыбаки.
на машине едешь, прям что-нибудь тут летает. Прикольно. Ну, прыгает. Что, нормально тут вообще, да? А? Что, тарзанку видать? А? Скользко, скользко, скользко. Я купался уже, потихо. О, ну да, холодненькая. Такая, как бы, вначале нормально. Ногу как окунешь, и все, сразу же такой. Ой-ой-ой, холодно. Не, ну как бы нормально, но когда ногу окунаешься. Если занырнуть, как красиво. А, кстати, тут, помню, тоже была тарзанка. Вон тарзанка, вон. Вот. А, еще одна? Ты морской, комаров много, морских. Очень много. Мы тут на сапе чуть, Леха, не уплыли далеко. Тут же воронки и это. Кстати, знаешь, что на сапе? Я тут на сапе чуть телефон не потерял. А, это опасно, кстати. Поехали. Отсюда. Быстрее, короче. Мокрая резина. Чувствую это. Больно! Я заснял. Больно, попе. Я прям она горит красным? Да. Это уже другое озеро получается вообще. Да. Но это даже не озеро. Откуда оно появилось, интересно? КамАЗа тут что-то. О, она, по-моему, она больше стала. Направо? Вот налево, направо. Направо, наверное. Направо, давай направо. Давай, переключайся, давай. Тишина, тишина. Надо проверить. Там надо кону проверить. Гаригат от компании. Гордость полными вагонами, золотыми вагонами с юга дую. Молодые ветра, срывая в клочья облака, не забыли шлюты стали газ дома, мама. И не последняя любовь. Следы. Это может быть ты, это может быть я, это может нас ждут, это может нам поют свои. Короче, искупались, едем дальше. Уже задолбало, что-то же домой охота, потому что сильно кусают, прям если остановиться. Короче, летают они вообще по кругу, вон трассы никого нет. Чисто едем по трассе, в лесу по трассе. И хоть... Пипец. Занес. Какая разница?
В смысле? А дальше пути назад нету, надо только туда ехать. Ёлки-палки, надо повыше, надо бороться. У меня такие языки скользкие, это кошмар. Лёха, поехали, поехали. Поехали. Только я сейчас не буду обижать, похоже. Я же люблю. Я спокойно как танк еду. Я как танк лечу на четвертый. А, кусают, кусают. У меня сейчас чувствую профиль. Иди на нем, едь точно. Все, закончилась грязь. И что, нормально тут проехать можно вообще? Весело, самое главное. С разгона как полетел. О, нет. Не, я мог с разгона прям, просто я... А вот сейчас я, Лех, пожалею, похоже. Мне ботинок тонет. А, еще кусают. Пипец, мне нога мокреет. О, нет, Леха, Леха, Леха. Леха, я улетаю. Изики скользкие. На, нафиг, Леха. Я в этом говне сейчас плаваю. Я так и знал, это чача мокрая, скользкая. Пипец. Чувствую, вообще весело будет. Сегодня весело очень будет. Словно ветер степи, словно в речке вода. День прошел и назад, день прошел и назад, не придет никогда. Словно ветер степи, словно в речке вода. День прошел и назад, день прошел и назад, не придет никогда. Ну что, обед у нас, кушаем. Вот так вот сидим на велике, я сижу на велике, оригинально все сделали, у меня тут целый пакет, целую поляну накрыть можно. Холодненькая, правда, потому что там пока что у меня не получится кое-где. Но пока что вот так вот сидим, Лешек семечки щелкает нормально. Еще у меня там дошираки всякие. Кусают прям капец, не могу. Будем пока что хавать, потом не знаю, что делать. Еще, ребята, классно покатались, будем заканчивать это видео на прекрасной нотке. Вот такая красота, тишина, лес. Просто кайф, ну вживую. Только послушайте, какой же ты кайф. Велики грязные, ну сейчас поедем домой. Так бы мы бы и остались бы там сейчас ночевочкой. Ну погода, точнее погода хорошая, но вот мошка вот эта долбанная, это вообще дебилизм полный, конкретно реально. Ждите, я уже сюда приеду на мотоцикле. Давайте, чё, поддерживайте лайкосиком, подписочку, комментарий. Давайте, пока.